Жаловал. Говорил я, ничего с ним не сделается. Надо понять, какую дверь открывает ключ. Наверняка это где-то в храме. Руна Тюра. Вот она. Мы вошли. А где это мы? Я знаю не больше твоего, братец. Древо! Мы под залом путешествия между мирами. Но почему потолок внизу? Эти двери, похоже, копии тех, что наверху. Наверх. Тюр использовал ту же магию для защиты черной руны. Возможно, то, что нам нужно внутри. О, рядом с дверью в Йотунхейме. Любопытно. Но достанем ли мы? Не отсюда. Что там сзади? Так, комната внутри комнаты. Гобелены. Наверное, тоже великаны делали. Похоже, что Тюр был у них в большом почете. Ого, кто это? Сын, эта руна значит Йотунхейм. Ну да, смотри. Мы по ту сторону двери. Дверь наоборот. Что скажешь? Отойди. Ладно. Всё! Удивительно. Вся комната стоит на какой-то оси. По обе стороны цепи. А без них... Можно повернуть храм. Ладно. Повернуть? О, начинается. Ха-ха.
вроде они не нападают. Сын, на статуях. Вижу, тут сказано бездна. Зловеще. Ну, читай. Первого раньше, последнего позже, пуста середина, и тени нет тоже. Аутр. Ты уверен, что нам нужно именно повернуть храм, чтобы попасть в дорогу? Ты сказал, что мы пройдем здесь. Храм можно повернуть. Поэтому мы поворачиваем храм. Железная логика. Не знаю, что будет, когда мы перевернем зал, связанный с восьмью мирами. Это любопытно, но вряд ли это доставит нас в Йотунхейм. Я бы рискнул. Хотя не знаю, может, вы с Тюром одинаково безумны? Смотри, тут еще. Тут сказано Бергельмир. Мама говорила, это король великан. Да, так и есть. И не просто король. У него была куча детей. Это, малыш, еще очень мягко сказано. Он мертв, но его никто не убивал. Великаны умирают от старости? Иногда. Но это редкость, почти сказка. Снова эти ловушки. Я тут подумал, может, меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь это нравится, да? Ugh!
получилось! Пора тебе действовать, брат! Пока боги не подобреют. Долго ждать придется. Нет, это они просто нас ждут. Еще вторая цель. А, это другой. Разнообразие — это лучше. Отец, нет! Это другой. Разнообразие — это почва.
это другое. Разнообразие — это очень важно. Просто ненавижу. Знаю. Трума! Просто ненавижу это. Знаю. Трума! Брат! Просто ненавижу это. Знаю. Трума! Мы уже так близко. Никогда не сомневался. Да ну...
сможем расшифровать руны Нибельхейма. И еще здесь руна пути. Отправимся куда-то? Оставьте их в покое. Но это явно не про нас. Я знаю, что я обещал, но если не получится, помните, Тюр не зря создал эти препятствия. Он не дал Одину добраться до Йотунхейма, но мира не добился. Но надежда-то есть. Мы теперь действуем сообща. Мы едины.
Вот о чем говорила руна на двери. Мы идем путем Тюра. Используй ноги, брат. Он знает. Я просто хочу помочь. Сила, я буду рад, что ты рядом, брат. Видишь, Мимир, никто бы не справился в одиночку. Все эти препятствия дают понять, на что мы способны. Все спорят. Мы с отцом, ты с Фрей, Синдри с Броком. Но когда мы действуем сообща, мы сильны. Это и есть испытание Тюра, поэтому мы попадем в Йотунхейм. Слышишь, брат, мальчик обрел равновесие. А это что? Ты сказал мудрые слова, Трей. И я рад это слышать. Ха! Храм так и задуман. Вверх дном. Смотри, дерево вверх тормашками. Или мы? Я уже не уверен. Сын, где нож? Дрейва. Ну, что у нас? Какой-то путевой камень. Покажи-ка. Клянусь Аудумлой, это же камень единства. Уверен? Не думал, что он существует. Если он был у Тюра, тогда ясно, как он смог побывать во всех землях, в каждом из миров. Камень был у него. Там, среди книг Одина. Да. Да, ну вот теперь-то я все понял. Там был изображен Тюр в мире между мирами. Ты знаешь, что сходить с тропы нельзя? Вот. А Тюр всегда шел своей тропой. Понимаешь, о чем я? Мир между мирами. В храме Тюра он изображался шагающим с ветвью мирового древа. Думаешь, чтобы попасть в Йотунхейм, нам нужно тоже так сделать? Да. Ой-ой-ой, ты и правда это задумал. Нашли алхимика, о котором я говорил? Тебе еще что-то нужно? Нет. Хорошо, что вы помирились. А, ну да, про вас то же самое можно сказать. А. Я, наверное, немного возгордился. По-моему, так он должен был это услышать. Все равно. Мне жаль, что я так с тобой разговаривал, Синдри. Ты меня простишь? Уже простил. Я же говорю, все улажено. Давай дальше работать, пока я не расчувствовался. Не мешайте. Сейчас все устроим. У тебя теперь, небось, гора с плеч. Thank you.
Если ты решил кинуться в бездну, надеюсь, ты крепко подумал. Это твоя идея. Идти своим путем, да? Проклятие! Здесь Тюр ступил за грань, и камень единства его защитил. Готов? Готов. Ну, если это все, был рад знакомству. Поверь мне. Как меня может тошнить без желудка? Да ладно, было здорово! Смотри. Башня, я знал, что тут что-то есть! Удивительно! Как спрятать то, что существует во всех мирах сразу? Вышвырнуть в пространство между мирами. Ай да Тюр! Там будет Йотунхейм? Не может быть! Нельзя же пройти к вершине Мидгарда через Ванахейм! Как это использовать? Предлагаю заглянуть внутрь. Но будьте начеку, испытание Тюра сложнее, чем может показаться. Я заметил. Да, бедновато. Пьедестал. О нет, она забрала камень! Башня поглощает энергию камня. Что-то происходит. Она движется? Движется! Она знает, что делать. Камень сослужил свою службу. Мы выполняем заклинание Тюра. И что теперь? Ну, не знаю, брат. Но мы сюда добрались, худшие уже позади. Запахни. Нет, ошибся насчет худшего. Я не готов.
нет! Снова Хель? Ух ты, они идут! А вот мост. Получилось! Башня снова на своем месте! Из путевого зала Тюра можно попасть в Йотунхейм. Как Тюр это сделал? Один заподозрил, что гиганты втайне хранят часть первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Камень Единства должно быть тоже из нее. Тяжко же им было, раз они доверились чужаку, даже если это Тюр. А, теперь я могу прочесть. Но это имя. Гондул! Ого! Это имя ее зажгло! Это имя одной из валькирий. Очень любопытно. Thank you.
Вот любите вы, ребята, пошуметь, да? Тогда в другой раз.